32 территориальных общественных самоуправлений городского округа город Михайловска, имеющих статус юридических лиц, в этом году реализуют проекты благоустройства, так как активисты Михайловского ТОСа «Радуга» на получение средств решили создать аллею семьи, выложить дорожки с тротуарной плитки, установить скамейки и урны, разбить клумбы, высадить деревья и кустарники. Проект благоустройства территории уже утвержден. Закуплено необходимое оборудование. В ближайшие дни люди приступят к работам. В прошлом году на средства гранта ТОСовцы установили детскую игровую площадку, проложили аллею памяти, установили освещение. ТОС и Чайка во дворах многоквартирных домов планируют обновить разрушенное асфальтобетонное покрытие. Проектно-сметная документация на дорожную работу уже утверждена. Выбирается подрядная организация для ремонта. На субсидии, полученные в прошлом году, в ТОСе были установлены детская и спортивные площадки, которые стали любимым местом отдыха детей. Целевая поддержка проектов по благоустройству муниципальных образований, введенных в 2014 году главой региона Андреем Бочаровым, дает возможность для комплексного развития территории. Общая сумма поддержки составила 500 000 000 рублей. На эти средства были созданы зоны отдыха, построены детские и спортивные площадки, облагорожены памятные места, модернизирована инфраструктура. Эта работа продолжается во всех муниципальных образованиях региона. С 2017 года по решению губернатора акцент смещается на сельские поселения. Все центральные усадьбы в течение 3 лет получат из бюджета области по 3 000 000 рублей на благоустройство.